Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня, как всегда, по запросу, уже много-много просили, да я и сама хотела попробовать сделать лизун своими руками, хэндгам, как называется, жвачка такая. Так, посмотрим, что у нас из этого получится. Итак, приступим. Возьмем с вами клей, понадобится нам еще натрия, тетраборат. Это на самом деле безопасная вещь, она для десен, для слизистой. Когда стоматит, по-моему, не помню, как точно называется, с этим, с зубами проблемы, воспалением. Чем мешать любую палочку? Я вот кисточку взяла, другую сторону буду мешать. Ну и наши красители. Вот у меня остались сухие красители. Короче, мы оранжевый сделаем. Ну и что, мы берем клей. Давайте встряхнем его сначала. Я тоже ни разу не пробовала, блин. Я не знаю, что получится, получится ли. В общем, наливаем. Не знаю, пусть он будет у нас такой. Такой вот. Может, это большой? Ну, я не знаю. Вот так налила. Ну, вы видели. Сначала краситель. Так, оранжевый был. Да, он был у меня не совсем хороший. Давайте фиолетовый сделаем. Делаю краситель, короче, туда. Как вы помните, этот краситель у меня не оставлял никаких следов, никакого пигмента. Мешаем. Пусть он растворится. И теперь мы сюда должны влить вот этот натрий, этот тетраборат. И я не знаю, сколько его нужно будет. Короче, мы будем по чуть-чуть делать и проверять. Там раз вот так чуть-чуть налили, например, да, и начали мешать. Он должен, по идее, загустевать. Ну, что-то уже происходит тут, я вижу. Интересное что-то. Не знаю, как его потом можно будет в руки брать, нет. Комочки вижу. Короче, он должен отлипать, в конце концов, вообще от чашки. Как будто он гуще и гуще становится. Мамочки. Страшно так. Такая ответственная работа какая-то у меня. У меня все время ничего не получается. Слушайте, может, этих даже капель было достаточно? Сейчас я намешаю так, что он уже начнет, гляньте, отлепляться сам. А, я помню, еще в пакет надо было, по-моему, его делать. Может, еще добавить? Давайте еще добавим чуть-чуть. Там вроде по чуть-чуть добавляли. О, вообще какой стал. Уже трудно мешать. Уже даже тяжело. Ой, смотрите, он отлепляется от этих. От стеночек уже. Мне кажется, что я могу его уже взять в руки. Правда? Вау! Это клево, Зи. Как ребенок. Смотри. Смотри. Это да. Ой, мама. Ой. Интересно, если вот так сейчас его выльется он. Не прилипнет он к моим рукам? Что-то, мне кажется, прилипнет. Блин. Еще рано, наверное. Хотя нет, вроде. Но он не такой, как лизун пока что. Надо, наверное, его в этот целлофан. Сейчас попробуем. Целлофанчик его. И прикол какой. Пока что он ко мне прилип. Ай. Вот я нашла целлофанчик. Сейчас мы все сюда прифигачим. Берем вот так. Посмотрим, что получится. Его надо, видимо, еще помять.
чуть-чуть. Ну вот, короче, мы его заворачиваем. Это я по памяти уже, я очень плохо помню на самом деле. Что это? Что это? Еще мяч? Ребята, на что вы меня подписываете? Называется ли это рукожоп? В подтверждение всему. Вообще, короче, зря я это. Зря я его, по-моему, в пакет засунула. Надо было продолжать мешать. Блин, мне не нравится, что у меня не получается. Меня это бесит. Может, обратно его палочкой? Ну, короче, вот это вообще, короче, вот эта фигня мне вся, короче, не нравится. Я не знаю, что с ним сделать теперь. Я вот хочу только выкинуть, вообще вместе с палочкой даже. Короче, мне не получилось. Какое-то не то. Не лизун. Давайте еще раз попробуем. В общем, дубль 2. Давайте оставшийся клей попробуем. Что-то я расстроена. Кому нравится, чтобы не получалось, да, что-то? Все хотят, чтобы что-то получалось. Так, давайте сделаем зелененький. Добавляем борат натрия. Ой, мамочки, что-то я много добавила. Он быстро густеть начал. Надо по чуть-чуть. Подожди, не густей. Не густей, стой. Я тебе много добавила, поняла. Прости. Ну, прости, пожалуйста. Давай, нормально сейчас будет все. Что ж ты будешь делать с ним? Резко, блин, много. Так тоже нельзя. Он получился у нас. Ой, рвется. Боже, мы его в руки уже можем взять. Ой, ребята. Ну это хэндгам. Не, ну можно, конечно, так в руках подержать, короче, помять его. Пахнет он ПВА. Но он рвется, он не тянется. Видите? Какой-то. Я думаю, это не то. Короче, мне не нравится эта затея. Проще за 50 рублей лизуна купить. Я понимаю, что, ну да, классно сделать самой. Ну вот я попробовала, короче. В общем, оно все густеет. Нужны, наверное, определенные пропорции. И все получится. И пока вот так вот. Хотя, может, он сейчас перестанет рваться, если вот так мы его помнем какое-то время. Мне реально получился прикольно на самом деле. Вот я его скатываю. Вот сейчас я его помяла в руках уже нормально. И вот я его держу. И вот он такой поехал сейчас. Поехал. Поехал. Видите? Оп. Успеваю только за ним. Такой вот он прикольный на самом деле. Не прилипает к рукам. С вами была Селена Свей. Если вам понравилось, что у меня в итоге получилось. Если вам понравилось то, что у меня в итоге получилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.
Thank you.